волнуется, волнуется. Хыкает, чтоб я не подходила ближе. Я им сделала здесь такое интимное место. Они как в гнезде. И утка так считает, что это гнездо. Она там не гадит. Она выходит за пределы. Вот. Здесь она кушает, здесь она купается, здесь она оправляется. А там сухенько, чистенько. Вторую мамочку мы посадили с другой стороны печки. Вот она. Она более пугливая. Не допускает. Вот они ходят сюда кушать. Но только я подхожу, она их кык-кык. Они раз и все туда. Вот она их сзади себя всех посадит и стоит тут охраняет. Заботливые. Все, спать пошли. Видите, они все туда залезли под маму, только хвостики торчат. Все, поели, погуляли, спать.